Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такую замечательную игрушечку-разбивалку. Вот, выполнена она в виде кубика такого разноцветного. Вязала я ее из хлопка Беллы. Украшала различными, как вы видите, очень-очень различными элементами. То есть это как вязаные, так и вязаные бусины в виде цветочка, пуговички различные в виде животных. Также у меня вот такая вот божья коровка на липучке получилась. То есть отдельно я вязала цветочек, пришивала его с липучкой. И затем связала отдельную божью коровку на вот такой вот цепочке из воздушных петелек. И к ней привязала тоже липучку, пришила. Вот, у меня получилось довольно-таки, как на мой взгляд, аккуратненько, несмотря на то, что я наполняла холофайбером. Для этой игрушки можно было, конечно же, использовать классный именно поролоновый каркас, то есть такой вот квадратик. Но вот я наполнила холофайбером, и я вам скажу честно, получилось не хуже. То есть здесь я делала посерединке кубика туннелик. Вот они, мои пчелки, как вы видите. Домик для пчелок. Вот туннелик. Сюда у меня можно поместить пчелку. Можно с другой стороны помещать в этот туннелик разные бусинки. То есть все они проходят. Все здесь очень довольно-таки красивенько, аккуратненько. С одной стороны я сделала зеркальце, именно безопасное, пластиковое. И все цвета радуги, пуговички у меня такие с младенцами, очень симпатичненькие. Здесь тоже все дрыкается. В ручечку я вам рассказываю такие вот секреты. Вставила можжевеловые бусинки, чтобы использовалась как грызучка. Эту идею, в принципе, я увидела в интернете, но, честно говоря, очень-очень-очень корректировала много под себя. То есть на свой вкус, на свой взгляд, на свои размеры. Вот, поэтому вот здесь вот, смотрите, разные я использовала, опять же, пуговички. Различные вязала геометрические фигуры разноцветные для того, чтобы ребенку было хорошо изучать как цвета, так и фигуры. Ну, в общем, любоваться собой и так далее. В принципе, я считаю, что очень довольно-таки симпатичная игрушка-развивалка получилась. Конечно же, если будет много желающих, очень много желающих, предупреждаю, для того, чтобы связать именно эту игрушку-развивалку кубик, поэтому мы обязательно учтем пожелания и свяжем. Но это если будет много желающих. Если же, как всегда, 2-3 человечка, то не ждите, что я прям соглашусь очень быстро связать. Вот, так как это очень большая затрата времени, очень большая затрата по материалам, по ниточкам, по пуговичкам и так далее, можжевеловые бусинки и так далее. Поэтому вы можете, конечно же, заказать мастер-класс у меня на канале, именно непосредственно оплатив средства, затраченные на этот кубик. В общем, ну, это все зависит от вашего желания. Конечно же, ставьте лайки, так как здесь было, я считаю, что много проделано работы, очень интересно все получилось. И не забывайте подписываться на мой канал, будет много чего интересного, новенького, на мой новый канал. Поэтому хорошего настроения вам, пока-пока!